Здрасте. Привет. Вот, пожалуйста. Саша. Виталик. Очень приятно. Уже Витя. Вот вы, значит, водителем у Владимира работаете. Хочу у вас... Хочу задать вам несколько вопросов про Америку, про работу вообще в общем. Серьезно, давай. Сколько вообще в Америке находитесь? Откуда вы сами? Сам из Ростова-на-Дону. Ага. А в Америке как долго? В Америке с 2006 года. Ясно. Вот 11 лет уже. О, ну это долго. Естественно. Как, нравится, не нравится? Где... Пойдет. Пойдет? Ну да. Ясно. А почему именно решили освоить профессию дальнобойщика? Вот чем она вас так зацепила? Был констракшн, не так мастахерело, скажу честно. Констракшн? Ну да. То есть вы занимались стройкой? Ну да. Этого? Слушай, ну надо 10 лет в Америке прожил, как бы что-то надо в Америку посмотреть. Ясно. Это не дело. То есть вас что больше всего зацепило? Возможность путешествовать, ездить по разным штатам, смотреть новые города, новые какие-то достопримечательности? Сменить образ жизни. Ага. Я развелся, пару лет поработал, думаю, слушай, ну что сижу как идиот в этой Майами? А вы в Майами живете? Ну да. И как там в Майами? А как? Всегда лето. То, что все знаменитости в России прям любят ездить в Майами, там дома скупают. Ой, не говори, там их полно. Ну сейчас. Может, кого-то знаете? Ну да, естественно. Кого? Да все они там. Посуются, сейчас я смотрю. Это бы все самые. Многие все там живут, слушай. Я живу в Сани-Айленс, это как бы русский район, там все вот эти. Сани-Айленс? Да, Сани-Айленс. Ага. Там все русские. Начиная от. Я живу в одном доме с мамой Наташей Королевой. Если на то пошло. Ага. Ну, Тарзан там ходит, Наташа Королева, Сергей Харитонов приезжает. Боец. ММА. Часто приезжает. Ага. Простой парень вообще. Ну молодец. Ну, прям снимаю шляпу. Ага. У меня жена, ребенок. Ну, много-много. То Игорь Николаев, я. Много-много. Ну, слушай, ну как бы не хотелось перечислять знаменитости, то как бы и так про них много говорят, yes. Они очень. Ну давайте тогда лучше как бы о вас, о работе. Ну вот, хорошо. Вот вы работаете. Как долго, кстати, в этой профессии? Три месяца всего. И что можете сказать? Что вам что нравится, что не нравится? Вообще ваши ожидания, они осуществились? Или что-то. Я не знаю. Врать не буду. Мне еще не осуществились. А так, а какие ожидания были? Слушай, ну, во-первых, во-первых, я тебе сейчас объясню. Ты едешь по дорогам, ага. Ты это все видишь, но ты не останавливаешься, у тебя нет времени, у тебя appointment, на разгрузку. В Америке очень жесткий бизнес, вот, допустим, Америка очень быстрая страна. Вот я когда приехал в Америку, я удивлялся, вау! Заказывал в eBay через два дня, с Калифорнии, через два дня у меня уже посылка. Uh-huh. Ну, ой, как классно, кто-то это должен делать. Uh-huh. Вот это вот делаем мы, тракеры. Uh-huh. Мы тянем просто в ущерб своему здоровью, везем, потому что если ты опоздал на appointment, тебе сразу или штраф, или перекладывают сразу на сутки. А за сутки-то аутосервис называется, тебе опять штраф. Поэтому ты летишь, тебе нет времени даже. Вот я за три месяца всего один раз возил из Кубаса. Пенсильвания, штат там озера, приехал на разгрузку и рядом озера. Ну, давайте тогда так, систематично. Какие минусы, какие плюсы, чтобы вот люди знали, идти им в эту работу или нет? Слушайте, социальной жизни вообще никакой нет. Ага. Личной жизни нет. Да, социальная жизнь, ты выбываешь моментально. Когда я жил в Майами, куча друзей, куча знакомых, каждый день в сауну ходили, собирались, как бы. Ну, ага. Такая жизнь была социальная. Ну. А плюсы какие? Слушай, ну плюс, во-первых, заработки. Хочешь работать, ты зарабатываешь. То есть чем больше работаете, тем. Естественно, заработки они, конечно, побольше. Повыше. И... Ну, я не буду спрашивать насчет суммы, но вот чтобы люди примерно понимали, если взять среднюю зарплату в Америке и зарплату дальнобойщика, она будет ниже или выше? По вашему мнению. Средняя зарплата среди американцев? Ну да. Ой, там они вычитают. Я, если честно, не специалист, ага. Но больше, чем констракшн. Ну, я насколько вот знаю американцев, да, mm-hmm. И читал, как бы, есть официальная статистика. По статистике средний американец получает примерно 3 тысячи, 3-3,5 тысячи в месяц. Больше. Значит, дальнобойщик получает в Америке больше. Да. Ага, однозначно больше, да? Ну да, естественно. Ага, хорошо. Так, о чем еще поговорим? Да, ни в чем. А, ну хорошо.
Слушайте, еще есть такие нюансы, которые как бы я раньше не замечал. Едешь, полицейские, весовые, ну ты понимаешь, как бы за дальнобойщиком еще хочется полицейские, скажем так, подставы, тут я вот недавно попал. На 1000 долларов полицейский и не жужжу. За что? На весовую. Составляют, взвешивают. Есть такое понятие, это называется вес на осях, вес на осях. И, кстати, в Пенсильвании выставляют временные, ставят машину полицейские, вставляют флажки, и она временная, она на растарии, на такой, на зоне отдыха. И ты, если не заметил, проскочил, они спрятали машину полицейскую. Я тоже иду, смотрю, впереди машина мигает. Я ее слева обхожу и иду по левой стороне. Проезжаю, смотрю, полицейская машина стоит спрятана. Думаю, ну отлично. Смотрю, ключи меня догоняет. Ты не заехал на весовую, говорю, я не видел знака. А у нас временная, вон, посмотри. Смотрю, стоит полицейская машина. Растеряны такие у них коврики, они электронные, заезжаешь. Первым я сами заехал, показывают вес. Вторым я сами заехал вес. Ну и все, и как дам мне по полной программе. И они сразу собрались, увидели, что у меня остановилось, собрались и уехали, поехали к другому. Везде в мире все одинаково, очень плохо. Я как бы не готов был. И, в общем, дали штраф 1000 долларов, да? Ну, я не знаю, там как бы них два дали. Два даже, да? Ну, один 182 доллара могу показать, 182, а следующий будет... Я приезжал, я разбирался, я не мог разобраться, потому что пока он не придет, ты не знаешь. Там называется violation, за неостановку, там то-то. Ну, хорошо, а вот такой вопрос. Вы как бы работаете сейчас в компании... А как компания называется? А вот написано RVC Express. RVS, да? RVS. RVS Express есть на грузовике. Что можете сказать вот именно по поводу этой компании? Слушайте, это моя первая компания, я пришел туда как бы новичок абсолютно. Ну, то есть с другими вы сравнивать не можете? Абсолютно, это понятно. Ну, а вообще как бы? Ну, семейная компания, отец с сыном. Мне нравится, что они работяги вместе были. Они работали вместе, они знают этот бизнес, они дают правильные советы. Ты как бы в надежные руки попадаешь сюда. Я из-за этого. По деньгам я даже пока не знаю, ну, потому понятно, что я могу только сказать. Новичок. А не знаю, как бы, ну, ответьте, не ответьте, задам такой вопрос. А сколько центов за миль платят? 55. 55 центов. Вообще, я слышал, что это хорошо. Ну, не знаю, сейчас подняли 55, а это 50 работало. Я просто говорил где-то месяца 4 назад, наверное, с одним водителем из Флориды, что во Флориде зарплаты меньше, он мне сказал, что он получает 34 цента за миль. Серьезно? Но это было 4 месяца назад, сейчас, наверное, уже больше, но все равно. Но в Флориде нет работы. Там как бы на ошибе туда, там я тоже поискал. Я же хотел во Флориде работать, ничего не получилось. Мне там знакомый посоветовал, Владимир говорит, как бы попадешь на надежные руки, потому что все драйверы новые, которые приходят, они думают, вау, все это просто, и нахватываются вот этих штрафов, нахватываются, машин разбивают, и как бы все это заканчивается. У меня были такие знакомые. Поэтому я пришел. Я с этого плана пришел к водителю. Ну, примерно так. Ну, если честно, вот так вот. Ясно. Хорошо, спасибо. Давайте. Спасибо за интервью. Все, давай, всем привет. Сейчас в Денвер еду. Всем привет. Увидимся на следующем канале. Спасибо. Не пропадайте. Хорошо. Стану знаменитостью. Пока.